3 февраля в 17:50 оперативному дежурному МЧС от единой диспетчерской службы поступил звонок, что в реку Сочи в районе Риверского моста со стороны улицы Конституции упал автомобиль. Есть пострадавшие, требуется помощь спасателей. С помощью альпинистского снаряжения и жестких носилок спасатели эвакуировали девушку из русла реки. Медики провели реанимацию до появления у пострадавшей пульса, затем передали ее подъехавшей бригаде скорой помощи. По предварительной версии, 19-летняя девушка, водитель автомобиля Nissan Juke, превысила скорость и не справилась с управлением. Также в салоне иномарки находилась 13-летняя пассажирка. Обе госпитализированы.